Сыч, а ты что-то... Хуй его знает. Так прям в лицо-то, что ж ты... Ну а что делать, иначе не будет видно. Ты что, часто включал зубах? Ты часто включал зубах? Сейчас сигарету выключи. Довольно давно этим... Интервью. Довольно давно этим не занимался. Как круто, слушай-ка. Брутально. Нет, дело не в брутальности, а в крутизне. Я боюсь, что все эти манипуляции, они серии, и травое стекло протер, по колесу постучал, но теперь я даже не знаю. Мне кажется, что есть ошибка в компьютере. Ну, включен недурно. Ради этого, может быть, все. Знакомые автоюзеры сказали, что все нормально будет. Слушай, можешь зайти туда, а не на меня? Вот не могу ты... Не могу, не могу. Ты знаешь, это... Немыслимо с таким девайсом во рту чувака найти. Это чистые бумерские ключи. Их трогал? Еще кроме... Чувак, правда, подсвети туда, пожалуйста. Очень прям это жизненно необходимо, чтобы... Ладно, все, теперь все. Теперь я уверен, что... Ой. Посвети туда, вот это очень прям... Я не могу оторваться от главного. Главное... Мне кажется, что уже секундный сюжет он достаточен. Не знаю, не знаю. Дело в том, что хорошего много не бывает. Хотя, конечно, тебе... Нет, ты знаешь... Хорошего много бывает. Человек в каком-то интересном одеянии, прыгающий со странной рожей, если это заставка 20 секунд, это смешно, интересно, оригинально. Если это 2 часа, согласись, очень тупое видео. Я это делаю для себя и для тебя. И это не 2 часа. Я согласен, ну ладно. Попробуй так прикрыть. А. Не, я понимаю, немножко. Что гораздо интереснее. Более того, 2 минут еще нет до сих пор, а мы уже сколько разболтали. Поэтому 2 минуты могут постоять с ключом. А что, там электрическая пленка кончится? Что? Нет, нет, я выключу. Когда будет 2 минуты, я выключу. Слушай, а сколько такая кабелька стоит? Или тебе подогнали? Нет, не подогнали. Почему? Просто это полезная вещь.